Кругом вода. Из-за прошедшего в Благовещенске ливня пострадали не только дороги. А из нашего окна грядка с огурцом видна. Жители многоэтажек выращивают овощи прямо у себя во дворе. Вальс на коне. Воспитанники лагеря при клубе «Алюр» показали, чему научились за смену. Об этом и не только расскажем в ближайшие минуты. В эфире новости города. Здравствуйте. В Благовещенске планируют реконструировать систему ливневок. Актуальный для областного центра вопрос рассматривают в мэрии. Властям предстоит решить, какие участки нуждаются в увеличении пропускной способности, а главное – определить источник финансирования работ. Городские службы тем временем продолжают устранять последствия субботнего ливня. Кристина Каширина продолжит. Да, это вообще, мы реально как будто плывем. Вот так вот, если посмотреть, такое ощущение, что мы вот на корабле. О, волны плещутся с пазика, е... Фантазия пробудилась, дар речи потерялся. Субботний ливень вызвал у благовещенцев целое море эмоций. Что он сотворил с городскими магистралями, передают вот эти кадры. На областной центр за 45 минут обрушилось 43 миллиметра осадков. При месячной норме в 125. В отдаленных районах города проделки непогоды жители чувствуют до сих пор. Но все же улыбки с лиц не сходят. У рабочих ГСТК радости мало. Они воду откачивают. Перекресток школьной и молодежной она поглотила полностью. Бочка у нас 5 кубов, но здесь где-то бочек 20-30, если не больше. Так что как-то вот, сколько возьмем за сегодня, столько возьмем. Подмоги рабочим ждать не приходится, особенно от Бурхановки. Она сейчас как никогда полна. Так что принимать в себя лишнюю воду из ливневок, в том числе микрорайона, речка просто отказалась. Да и пропускная способность действующего коллектора к такому объему не готова. Можно для сравнения простой пример. Если в ванной мы открыли кран с водой, то вода уходит практически сразу, не скапливаясь. Но если мы наберем ведро воды и выльем его сразу, то, соответственно, вода уйдет через определенный какой-то промежуток времени. Потому что объем воды значительно большой. Также это и система городской линии канализации. Раньше не текло, вот видите потолок, вот эти места, вот это место, вот они все потекли, плиточки. Неприятным сюрпризом ливень стал и для главного корпуса первой гимназии. Вода просочилась в здание через дыры в кровле. Журчание на третьем этаже первым услышал сторож. Останавливали поток уже во главе с директором Галиной Крицкой. Пока одни черпали воду ведрами, другие пенили крышу. Комиссия у нас управления капитального строительства составлена, смета. И в ближайшее время, я думаю, будут выделены средства и проведен ремонт. Какой ущерб субботние осадки нанесли городу в целом, еще предстоит посчитать. Возможно, это не последние убытки, которые нынешним летом предстоит понести Благовещенску. В ближайшие 3 дня таких дождей мы не ожидаем. По крайней мере, никаких особых циклонов над нами не стоит. Тем не менее, локальные грозовые дожди по области, в том числе и Благовещенске, не исключены. И будут они различной интенсивности. Так что убирать резиновые сапоги рано. Более того, горожанам не будет лишним приодеться. Температурный фон на этой неделе снизится. Столбики термометра выше 25 градусов не поднимутся. Кристина Каширина, Денис Лугов. Программа «Город». Полсотен человек, в том числе 5 детей, на выходных эвакуировали из Усть-Ивановки. Из-за проливного дождя там возникла вероятность разрушения дамбы, которая способна сдерживать 2-метровую воду. Если бы ее прорвало, волна бы накрыла 3 улицы села. У Усть-Ивановки дамбу мы сдержали, в общем-то, угрозы нету. Вода сейчас на спад идет. И те переулки, которые были подтоплены, сейчас вот идем, люди предоставили документы на компенсацию. Ну, а во Владимировке вода не зашла и никого ничего не затопило. Во Владимировке проблему удалось избежать в том числе и благодаря самим жителям. Они вместе со специалистами ГСТК укрепляли дамбу. Сейчас уровни рек в Преамурии активно снижаются. По области в воде остаются 54 частных жилых дома в 41 населенном пункте. Это на 38 меньше, чем накануне. Пострадавшему населению пожарные спасатели продолжают оказывать помощь. Очищают территорию от мусора, выносят мебель, сушат дома тепловыми пушками, ремонтируют мосты, развозят хлеб и бутилированную воду, производят дезинфекцию территории и колодцев. В ликвидации последствий паводка задействованы 884 человека и 205 единиц техники.
Чтобы подать документы на получение выплат эвакуированным гражданам, не обязательно ехать домой. Для пострадавших от паводка жителей Мазановского и Селимжинского районов открыли пункты приема документов в Благовещенске, Белогорске и Свободном. В областном центре граждан, выехавших с подтопленных территорий, примут в управление социальной защиты. Адрес и номер телефона сейчас на экране. Сотрудники управления соцзащиты с пятницы дежурят на горячей линии 112. В сутки сюда поступает до 700 обращений. К слову, социальную адресную помощь уже получили 448 амурских семей, пострадавших от паводка. На это из резервного фонда области потратили больше 5 миллионов рублей. Сбор гуманитарной помощи для амурчан, пострадавших от паводка, продолжается. В Центре молодежных и общественных инициатив «Выбор» объявили акцию «Собери ребенка в школу». В ее рамках здесь принимают канцелярию и школьные принадлежности, которые впоследствии передадут семьям подтопленцев, где подрастают ученики. Подключиться к акции приглашают всех желающих. Понадобится любая помощь. Все, что люди посчитают нужным принести, будь то портфели, тетради, ручки, ну, именно такая мелкая канцелярия, все, естественно, принимается, ни от чего отказываться не будем. Выбор открыт для неравнодушных граждан с 9 утра до 6 вечера. Акция продлится до 20 августа. Не стоит нести сюда только школьную одежду и обувь. Эти вещи принимают в Центре социального обслуживания населения «Доброта» и ОКЦ. Оттуда в пострадавшие районы уже отправили 10 тонн гуманитарного груза. Полтора миллиарда рублей оценивают амурские аграрии предварительно ущерб сельхозугодиям. От паводка и проливных дождей в регионе пострадало почти 170 тысяч гектаров посевов. Вода уничтожила немалую часть сои, ячменя и других культур. Поля пострадали в 12 районах. По подсчетам специалистов регионального Минсельхоза, убытки понесут как минимум 125 хозяйств. Предварительная сумма общего ущерба в регионе почти 3,5 миллиарда рублей. Сейчас комиссии продолжают подсчитывать потери. Письмо с просьбой объявить федеральный режим ЧС на территории области и оказать финансовую поддержку Приамурью власти направили председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Решение еще не принято. Фермеры, участки которых паводок обошел, спешат обрадовать земляков. Урожай есть. В Благовещенске прошла ярмарка выходного дня, на которую привезли товар 60 сельхозпроизводителей. Герои нашего следующего сюжета на ярмарку не пошли. Овощи, хоть и в небольшом количестве, они выращивают на клумбе под окном. Об экстремальном земледелии в условиях бетонных джунглей расскажем в сюжете. Компостная яма. Собираем сюда листья осенью. Вот. Я решил воткнуть сюда огурцы, и они растут. Поселились пупырчатые по соседству с лилиями и пионами с легкой руки пенсионера Владимира Резниченко. Овощи не просто растут, но уже и урожай начали давать. Огурцов собрал с 3-литровую банку. Солить не стал, угостил соседей по двухэтажке на Красноармейской, 171. У меня-то садов нету, у меня в свое время и сады, двое было, а сейчас они мне не нужны. Вот, когда детишки были маленькие, а сейчас все взрослые, зачем оно мне? Нужно это канитель. Я занимаюсь во дворе этим, мне хватает. На соседней грядке вытянулись помидоры. Тут они не ради эксперимента, а скорее из жалости. Осталась лишняя рассада, выкидывать обидно. Вот и прижились красненькие на бывшей клумбе. Поспеют не раньше, чем через 2 недели. О, вот цвет понабрали. Вот они. Посмотрим, что будет. На этой клумбе только набирают цвет тыквы. Уже появилась небольшая зависть. Этот овощ Владимир Борисович выращивает давно, в декоративных целях. Маленькие тыквы покрывал лаком и любовался. Этой осенью, говорит, ждет от жены тыквенной каши. Жители Тепличного пошли еще дальше. Засадили картошкой сразу несколько участков возле многоэтажек на правом берегу Чигиринки. А это левый берег. Здесь уже скоро можно будет собирать урожай тыквы и кабачков. Не только картофель и кабачки, а еще фасоль. Сразу 2 видов – кустовая и вьющаяся. Рядом горох. Его очень любит местная ребятня. Только садят все это добро местные жители не столько ради урожая, сколько для красоты. Чтобы было красиво возле дома, чтобы зелень была. И чтобы не было здесь проходного двора. Потому что шли прямо под окнами, приводили собак и садили прямо под окна. Проходного двора теперь нет. На его месте яркий цветник, а по соседству небольшой огородик. И красиво, и практично. Из окон участок радует глаз, а протянешь руку, сорвешь вкусный плод. Алена Лепкалова, Андрей Белый. Программа «Город».
Следующая новость порадует благовещенских театралов. В продажу поступили билеты на спектакли «Амурской осени». Их можно приобрести в кассах филармонии и ОКЦ. Откроют фестиваль кино и театра сразу две постановки. 15 сентября на сцене УКЦ Любовь Толкалина и Артем Ткаченко раскроют тайны королевской кухни. Филармония в это же время представит спектакль «Спасти рядового Гамлета» с Юрием Стояновым и Алисой Гребенщиковой в главных ролях. Посмотреть эти и другие антрепризы благовещенцы смогут за 1,5, 2 и 2,5 тысячи рублей. А вот любителям Павла Прилучного придется заплатить больше. Билеты на спектакль с его участием «Авантюристы по неволе» самые дорогие, за них придется отдать до 3000 рублей. Эфир продолжит новости спорта. Международный заплыв «Дружба» снова не состоится. Мероприятие, в котором планировали поучаствовать 200 атлетов из Благовещенска и Хэйхэ, пришлось отменить из-за высокого уровня реки Амур. Напомню, российско-китайский заплыв Министерства спорта обеих стран запланировали на 8 августа, но в официальном протоколе прописали, в случае тумана, паводка, обильных дождей или низких температур воздуха мероприятие придется отменить или перенести на более позднее время. Организаторы решили аннулировать состязание в этом году. Всем заявившимся участникам вернут оргвзнос. К слову, в прошлом году покорить Амур спортсменам тоже не удалось по аналогичной причине. И в продолжении спортивной темы. ФК «Благовещенск» привез серебро со всероссийского первенства по футболу в зоне Дальний Восток. Матч прошел на поле в Биробиджане. Его наши игроки поделились с сахалинской командой «Ноглики». Счет открыли островитяне на 38-й минуте. Еще через две благовещенцы его сравняли. Больше голов в основной период команды забить не смогли. А в овертайме «Ноглики» дважды попали в амурские ворота. Итог игры 1-3. Впрочем, расстраиваться нашей команде некогда. Сейчас она готовится к серьезной встрече с профессиональным клубом «Сахалин». Битва дальневосточных команд состоится в рамках 1/64 Кубка России и пройдет 10 августа в 18 часов на стадионе «Спартак». Поболеть за благовещенцев можно абсолютно бесплатно. Двойной праздник прошел на выходных в Алюре. Там отметили закрытие очередной смены детского лагеря и провели первенство Благовещенска по конному спорту. Показать, на что способны, решили 3 конно-спортивных клуба и частные коневладельцы. В числе зрителей была наша съемочная группа. Станцевать вальс, не слезая с лошади. Вот до чего дошли воспитанники детского лагеря при конно-спортивном клубе «Алюр» за месяц смены. В честь ее закрытия устроили настоящее шоу. Правда, без форс-мажора не обошлось. Один из питомцев отказался действовать по сценарию. Ну, волновался там то, что все хлопают, там много людей хлопают. И он заволновался. А ты волновался? Ну, я, да, немного. А как получилось выйти из ситуации? Ну, я не знаю, я просто дернул пару раз и ударил его, он пошел. Кого животное точно не подвело, так это Дарью Каменеву. В конном спорте она всего 2 года. На этих соревнованиях со своим подопечным капралом выступили на отлично. Без единого штрафного балла. Могли бы еще лучше, призналась девушка. Я могла бы его подводить немножко четче к препятствию. Мы могли заметить, может быть, он в некоторые препятствия тыкался немножко. Мне нужно было немножко пошире его двинуть, чтобы он хорошо преодолел. С капралом у Даши связаны и первые старты, и первые победы на закрытии прошлого сезона. Их спортивная пара стала абсолютным фаворитом, но притирались непросто. Характер умеренно непостоянный. Чтобы расположить его к себе, приходится всегда держать наготове морковку – любимое лакомство. В конных соревнованиях приняли участие 4 десятка спортсменов. Среди них частные коновладельцы и представители 3 конноспортивных клубов. Очень приятно, что растут спортсмены, переходят из категории начинающих всадников уже старшие спортсмены, ведущие спортсмены. И вот те, которые спортсмены в начале сезона ехали 60 сантиметров, сегодня они уже выступают на 80. И, наверное, к закрытию этого спортивного сезона поедут уже в высоту 1 метр. Поэтому рост, конечно же, каждый год есть. И лошади растут, они напрыгиваются, ну и спортсмены тоже. В конкурсе на 80 и 100 сантиметров золото забрала Анастасия Тихонова. На старте в 60 сантиметров первой стала Мария Санникова. Обе благовещенки. Кристина Слепцова, Алена Липкалова, Андрей Белый. Программа «Город». Необычный баттл устроили в городском парке читающие горожане и библиотекари. Соревновались не в декламировании стихов, играли в волейбол. Причем инициаторами спортивной битвы стали сотрудники читален. Так,
Таким способом они хотели показать, что вовсе не серые мышки, какими их обычно показывают в сериалах и кинофильмах, а позитивные, энергичные и амбициозные молодые люди. Участвовали в спортбаттле две команды. Победа в итоге досталась рядовым книгоманам. Библиотекари уступили им всего 5 очков. С поражением организаторы не готовы смириться. Когда погода позволит, планируют взять реванш. На этом выпуск подошел к концу. А я напоминаю, присылать истории, фото и видео вы можете на наш WhatsApp. Они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и до встречи.